Министерство обороны США продемонстрировало принципиально новое оружие – рельсовую электромагнитную пушку, которая предполагается оснастить флот. Принцип действия рельсотрона основан на применении электромагнитной силы, которая используется для запуска снаряда. У боеприпаса чрезвычайно высокая скорость полета – 7 500 км/ч, что в 6 раз превышает скорость звука. В то время как дальность обычной корабельной артиллерии не превышает 40 км, 10-килограммовый снаряд из рельсотрона способен пролетать 200 км и на этой дистанции пробить 8-сантиметровую броню. Планируется, что такая пушка будущего будет защищать флот от вражеских самолетов и ракет. При этом один выстрел будет стоить в десятки раз меньше, чем запуск ракеты. Сейчас рельсотрон испытывают на земле, а со следующего года начнутся тесты на море.